Армянские машины можно поставить на казахстанский учет, не выезжая из страны. Об этом стало известно на брифинге в МВД. В ведомстве заверили, что в рамках легализации все вопросы по этим авто рассмотрят и решат. Сейчас в министерстве ведут работу по снятию автомобилей с армянского учета. Речь на брифинге зашла и о легковушках, въехавших в страну в качестве запасных частей. Эти вопросы будут решать индивидуально, подчеркнул Кайсар Султанбаев. Интерпол және ТМД базалары бойынша тексерледі. Их используют по всей республике. Мы также ведем работу по этому вопросу. Каждый автовладелец для легализации своей машины должен обратиться в отдел регистратуры автоционов. Там проверят все документы, машину, а затем по каждому автомобилю будут принимать отдельное решение. Не нужно переживать по этому поводу. Вопрос будет полностью рассмотрен нами.